если не знаешь, что подарить, не дари ничего. Ничего очень трудно подделать. Ничего всегда настоящее. А главное, ничего не захламляет квартиру. Хороший друг точно не обидится. А что тут обижаться? Ничего так ничего. Что там за шум за окном? Демонстрация врачей. А чего они требуют? Не знаем, никто плакаты прочитать не может. Ты подкаблучник. Мама говорит, что я мачо и не должен слушать таких, как ты, и не буду. Отзыв на пельмени. Достоинство. Дал голодной собаке. Отказалась. Потом понял, что больше ничего у меня нет. И все-таки съел. Дочь 4 лет, попробовав эти пельмени, впервые произнесла слово «фу». Недостатки. Собака ничего не произнесла. Стук в дверь. Открываю. Стойкий запах многодневного перегара. На пороге сосед. У тебя нет случаем прибора для измерения давления. Не пойму, что-то мне плоховато. Интересно, почему бы это? Только бросив пить, Николай Петрович понял, как же плохо он танцует. Ну и что теперь, не танцевать что ли? Блин, где это недоразумение? Ты про кого? А, вот ты где.